Очертания нового автомобильного моста с бурной конструкцией через реку Ломовка уже вырисовываются. Рабочие установили буронабивные сваи, подготовили своего рода каркас для монолитных опор, вынесли все коммуникации и уже готовы к монтажу блоков. Стройку осматривает губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Технологический мост построили, ну и демонтировали вот старый мост. От предыдущего литого моста осталась лишь небольшая часть опор. Прежнюю переправу построили еще в Российской империи в 1911 году. В 21 веке пролеты начали проваливаться. Люди ежедневно проезжали здесь с риском для жизни. Проектом реконструкции предусматривается демонтаж аварийного старого моста и строительство нового моста в параллельном створе. Он будет трехпролетный мост. Средний пролет 33 метра и два пролета крайних по 24 метра. Ну, габарит моста 86 метров, а в ширину 15 метров. Конструкцию ремонтируют по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги». Это социально важный объект. По нему жители села Пешая Слобода добираются до Нижнего Ломова. На время сложных инженерных манипуляций без переправы люди не остались. Временно сооружен понтонный мост. Долгожданный мост. Он нам нелегко дался, но тем не менее, как бы мы его делаем. И на следующий год будем еще один мост здесь делать тоже. На 45% работы уже выполнены по графику. Полностью завершится строительство моста должно в июне следующего года. Но по расчетам подрядчиков они смогут справиться раньше намеченного срока.